Дорогие мои, всем привет! С вами Школа магического Таро Аратрон. Я Светлана Таурта и, конечно же, наша понедельничная гадалка. Вот чувствуете, я уже начинаю гадать, уже мешаю карты. И мы с вами посмотрим, что же нас ждет на этой последней неделе лета. Боже. Ну, как-нибудь давайте наколдуем на тепло еще. На тепло и солнце. Так. А перед тем, как узнать, что нас ждет, мы с вами выясним, каков же анонс интересных событий у нас в школе. Так, что у нас интересного в школе? 31 августа. Это действительно уникальное событие. 31 августа у нас с вами 13-е полнолуние года. То есть в этом августе 2 полнолуния плюс это 2 суперлуния. И у нас состоится мастер-класс, который так и называется «13-е полнолуние». Это необыкновенная, редкая, важная точка, когда открываются порталы совершенно потрясающих и небесных сил, и магических сил. И, в общем, можно сделать для себя много уникального. И плюс это полнолуние совпадает с самой сильной ночью Гекаты. И плюс это зеркальная дата 31 августа, 13 полнолуние. В общем, будет действительно очень крутой мастер-класс. Мы его просто готовим за Николаевичем, такую мощнейшую программу. Так что приходите 30 августа, он состоится накануне, чтобы мы успели все прям колдануть. 30 августа в 19:00. Дальше у нас с вами 1 сентября, но это вообще для всех учащихся. А 2-3 сентября будет двухдневный мастер-класс с погружением большой на 10 часов. Мастер-класс по расстановкам. Мы их называем сейчас психомагические расстановки, потому что здесь будет и психология, и магия, и таро. И это потрясающий метод, который, конечно, с точки зрения, знаете, такого профессионального роста очень крут. С помощью этого метода можно, можете исцелить события, которые просто так магией не исцелишь. Да? Например, у нас лежит проблема в подсознании, в бессознательном. И для этого нужно знать некие конкретные психологические приемы, перевести их на таро и магию, и тогда все срабатывает просто круто. Так что 2-3 сентября прямо залетаем, это очень интересно. Это просто такая, знаете, работа вот в этом в поле бессознательного, когда ты можешь вытащить оттуда все, что там спряталось, что нам мешает, и удалить из поля своей жизни, вообще просто вывести за поле своей жизни. Либо наоборот, найти то, что является для нас алмазом, и применить его в своей жизни. В общем, вот такие у нас классные события. А сейчас гадаем. Так, поехали. Значит, задумываем желание. Или просто задаем вопрос, что ждет меня на этой неделе. И загадываем число от 1 до 4. И я готов. Итак, я снимаю карты. И вытаскиваю карту номер 1, карту номер 2, карту номер 3 и карту номер 4. Если вы еще не задумали число, посмотрите внимательно на карты, какая карта вас позовет. 1, 2, 3 или 4. И последняя возможность. Задумали число. Ну что, вскрываем карты и смотрим, что же нас с вами ждет. Если вы задумали карту номер 1, вас ждет принцесса Пентаклей. Потому что она здесь беременная, имейте в виду. Так что, если что, на этой неделе можно зачать, можно родить. В общем, все из этой истории. Очень хорошо вообще заниматься исцелительством на этой неделе. То есть, если вы собираетесь, планировали пойти к врачу или что-то сделать для кожи, какую-то, не знаю, операцию, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог всем здоровья, то это хорошая неделя. На этой неделе будет получение каких-то денежек, небольших, но
благоприятных. Эта неделя хороша для засева, то есть вложить во что-то деньги, да, начать какой-то проект денежный. До этой недели хорошо встречаться с детьми. И вообще, на самом деле, хорошая такая, знаете, омолаживающая неделя. Поэтому, если кто-то задумал на этой недельке поделать какие-то молодильные процедуры, то самое то пойти к стоматологу, заняться волосиками, вот прям все сюда. Вот. Хорошая, легкая, полезная, приятная неделя, и все сбудется. Если вы задумали карту номер 2, тройка мечей, на этой неделе вас ждет какое-то печальное событие. Блин, так хочется откорректировать. Печальное событие, грустное событие, с кем-то можете поссориться, какая-то может быть такая, да, в любовных отношениях нехорошая ситуация. Если вы задумали что-то про деньги, то вот, ну, не получится, не будет хватать. Она не супер тяжелая карта, тройка мечей, она эмоционально тяжелая. Знаете, по ней люди часто переживают гораздо сильнее то, что в принципе не является такой уж большой тяжелой какой-то проблемой. Бережем сердечко на этой неделе, операции противопоказаны, любая хирургическая какая-то, да, хирургическая любое вмешательство противопоказано. Ну, в общем, такая грустненькая неделя. Печалька. Ну, вы же помните, что вы можете откорректировать. Я вот прям, где моя колода? Я прям не могу оставить вам такую карту. Давайте мы вытащим коррекцию. Чем мы можем заменить тройку мечей? Какая карта готова прийти нам на замену тройки мечей? Что-то плохо корректируется. Ну, утащим вторую карту форы. О, блин. Вы представляете? Так, люди, не задумывайте вторую карту больше. Ну, последняя, третья фора, сейчас посмотрим, дадут нам коррекцию. Вау! Фу! Представляете, с третьей карты только нам дали замену. Умеренность, дорогие мои, так что те, у кого выпадала, кто загадал вторую карту, тройку мечей, я ее загадала, вы думаете, что я сейчас так за это прям сражаюсь, то прямо срочно, срочно доставайте умеренность из колоды, ставьте на нее свечу, кладите свою фотографию, зажигайте свечу, и троечку мечей можно поставить под песочные часы. Ну, например, положили тройку мечей, на них песочные часы и отлили. Или положили тройку мечей, поставили церковную свечу, зажгли и представили себе, как сгорает церковная свеча, так сгорает эта плохая энергия. Все, когда свеча догорит, троечка мечей у нас станет пустой, прозрачной, и включится умеренность. Давайте корректировать. Так, вот тем, кто задумал карту номер 3, дама жезлов, отлично. У вас яркая неделя, насыщенная событиями, все будет по вашему слову, по вашей мысли, по вашему желанию. В общем, будьте яркими, действуйте решительными, уважайте себя. В общем, блистайте, сверкайте и харизмируйте. Не знаю, есть ли такое слово, теперь будет. Возможно, встреча с какой-то очень важной женщиной в вашей жизни, и она окажет большое влияние на ход, на течение ваших событий. Так, и для тех, кто задумал карту номер 4, блин, горелый, десятка жезлов. Будем корректировать десятку жезлов? Она у нас, по-моему, была уже на прошлой неделе или на позапрошлой, тоже на 4-й позиции. Ну что, вот такая хмурая, мрачная, скучная десятка жезлов, скучная карта. Скучная неделя, тяжелая, ничего не будет получаться, невезуха. Давайте ее откорректируем. Раз уж мы, надо по-честному, раз уж мы тройку мечей откорректировали, мы с вами по-честному всегда. Так, коррекция десятки жезлов. Что у нас есть в ресурсе? Король мечей? Нет. Вау! Нам сегодня везет десятка пентаклей. Причем хорошо заменится карта. Можно даже не отливать десятку жезлов или там не прожигать ее, потому что идет замена, смотрите, десятки на десятку. Нумерологическая замена всегда встает очень легко. Поэтому десяточку пентаклей кладете, своя фотография, свеча, говорите, да будет. Так, десятка пентаклей, шикарная, богатая, классная, комфортная, стабильная карта, дом полная, чаша, в общем, все будет хорошо. Вот так мы с вами по-волшебному, легко, изящно меняем свою жизнь к лучшему, это важно. Давайте менять свою жизнь к
лучшему, потому что магия нам, собственно говоря, для этого и нужна. Вот так.